Опа, наши ребята пришли. Здорово, шеф. Забей нам банановый дайкири. Одну секунду, надо в подвал спуститься за новой пачкой. Вич, вон. Мужики, а что вы тут забыли? Что за дичь заказываете? Да, пришли новый вкус элемента попробовать. Шеф сейчас принесет. Там, если что, сами забьем. Что это? А ты как думаешь? Это новый топчик. Это не топчик, это гребаная хрень. Где элемент новый? Вы чем не пихаете? Хотите мне мундштук дать? Для чего? Чтобы я эту херню попробовал? Я сюда приперся нормально покурить. Взял мундштуки элементовские, выпрашивал их полгода и хочу топчик. Как банановый дайкири элемента, но вам не понять. Вам подавай одни и те же вкусы в новой обертке, так ведь? Братишка, они не уважают наш любимый табак. Дай мне пройти. Отвали, пошел с дороги. Тоже мне курильщики недоделанные, ублюдки хреновы. Я шел покурить банановый дайкири! Элементовский. Wankers. Вашу ж мать! Только время потерял. Пойду в другую кальянную. Похоже, твой братишка тебя бросил. Да не, он просто шарит за топы. Мандарин от элемента ждет, вот и психанул. Смотрите. С элементом все на самом деле просто. Мы тут о новом элементе не слышали. Вы с какой дурки сбежали? Ладно, слушай. Банановый дайкири – это свежий банановый коктейль с нотками лайма и легким алкогольным привкусом. Вкус подходящий как мужикам, так и девушкам. И если вы имеете какие-то предрассудки на этот счет, то мне в целом наплевать. И на другие новинки наплевать. А? Сегодня курим банановый дайкири. Ты понял?